Ой, ой, ну что, товарищи, часть вторая, коротко о погоде. Посмотрите, ужас. Ну правильно, что завтра у нас первый день зимы. Все нормально. Кошмар. Утром дождик, вечером метель. Чувствую, завтра с утра будем откапываться. Сейчас я уже вечером чистить не буду. Краса, пошли девок доить. Я даже не видела, что метель. Мне даже ни к чему в окно посмотреть. Ой. Хорошо, зима. Мелкая орёт. Ничего не поменялось. Пей воду, утром пить не стала. Пей давай. Ты меня слышишь? Давай пей. Так, ну-ка. Пей давай. Попей тёпленькой. Принесла. На улице ужас, что творится. Кошмар. Снега притащила. Не видела. На подушку принесла. Так, чё, девки, вы поели? Да, сейчас я капучиночку подаю. Да, скажи, подоить меня надо. Чё ты пищишь? Вы поели. Вот так вот у нас поменялась погодка. Да, ой, тебусь-то мой. Сейчас и тебе дам зерна. Скажи, эту всем насыпали, мне, скажи, не дали. Ничего. Я пока в козовнике была, мои следы уже замело. Грейчик, иди ты в будку. Ну, посмотрите. Так, мисочку не забыть. Обалдеть. Да, завтра день будет веселый. Все это теперь откапывать.